занимаетесь спортом? Жил да был в большом лесу зайка попрыгайка. Не боялся он лесу, этот смелый зайка, штанги в норке у него прямо у постели. Но ему милее всего гири и гантели. Зайка весело лупил по лосерским грушам, а потом стоять любил под холодным душем. Он любил ходить пешком, бегать, прыгать с толком. И однажды вечерком повстречал он волка. Хилый волк напугал необыкновенно и дорогу уступил зайчику-спортсмену. Если хочешь сильным быть, волка не бояться, значит, надо спорт любить, спортом заниматься. Пока!